Киплинг. Соперница. Зачем же в гости я хожу? Попасть на бал стараюсь. Я там как дурочка сижу, беспечно притворяюсь. Он мой по праву Фимиам, но только ей и льстят. Еще бы! Мне 17 лет, а ей под 50. Я не могу сдержать стыда, и красит он без спроса меня до кончиков ногтей, а то и кончик носа. Она ж где надо, там бела, и там красна где надо. Румянец ветрен, но верна под 50 помада. Эх, мне бы цвет ее лица, могла б я без заботы мурлыкать милый пустячок, а не мусолить ноту. Она острит, а я скучна, сижу, потупив взгляд. Ну как назло, 17 мне, а ей под 50. Изящных юношей толпа вокруг нее теснится, глядят влюбленно, хоть она и в бабушке годится. К ее коляске, не к моей, пристроиться спешат. Все почему? 17 мне, а ей под 50. Она в седло, они за ней, зовет их сердцееды. А я скачу себе одна, с утра и до обеда. Я в лучших платьях, но меня, увы, не пригласят. О, боже мой, ну почему не мне под 50? Она зовет меня, мой друг, мой ангелок, родная. Но я в тени, всегда в тени, из-за нее я знаю. Знакомит с бывшим со своим, а он вот-вот умрет. Еще бы, ей нужны юнцы, а мне наоборот. Но не всегда ж ей быть такой, пройдут веселье годы. Ее потянет на покой, забудет игры, моды. Мне светит будущего луч, я рассуждаю просто. Скорее бы мне под 50, чтоб ей под 90.